Кадровые перемены грядут в администрации Воркуты. Об этом заявил Евгений Шумейко на очередном заседании Совета города. Депутаты поддержали все 6 вопросов повестки дня. Об обсуждении самых важных расскажем сейчас. Утверждение структуры администрации – главная тема сессии. По мнению градоначальника, грамотные кадровые перестановки – залог эффективности работы администрации. Изменение этой структуры, да, и соединение некоторых отделов управления в одно целое – это фактически позволит, во-первых, повысить эффективность, во-вторых, четкое понимание человеку, куда нужно обратиться, и это будет конечный этап, откуда он получит окончательные итоговые документы. Вот, то есть это фактически, еще раз говорю, что направлено как раз-таки на повышение эффективности. Согласно проекту, в администрации появится новое управление, задача которого – развитие туризма в Воркуте. Отдел молодежи теперь будет подчиняться управлению образованием. Кроме того, появится комитет по управлению муниципальным имуществом. Структура вызвала ряд вопросов у некоторых депутатов. Структура – это перечень отделов, управлений, комитетов в их взаимосвязи. То есть в их соподчиненности, как они будут взаимодействовать между собой, все эти звенья. Вот эта структура называется, если вы откроете словарь, даже там все четко прописано. Это просто был перечень отделов, перечень комитетов, перечень управления. Поэтому назвать эту структуру невозможно. То, что сегодня, конечно, депутаты выразили то, что действительно это не то, что они хотели бы увидеть, наверное, они правы. Да. Но я еще раз говорю, что, скорее всего, это сделали с умыслом, потому что я за собой оставил право сделать маневр. Вот если бы я сегодня показал вот именно вот в таком виде депутатскому корпусу, что это будет так, все. Я опять же ухожу в долгие месяцы переговорных процессов, да, подготовки новых каких-то структур, но это не даст мне работать и не позволит работать администрации. Поэтому результаты посмотрим. Кроме того, Евгений Шумейко пообещал бурный февраль и кадровые перестановки. В последних числах этого же месяца состоится следующее заседание совета. Ольга Рыжова, Елена Саранова, ТВ Гало, Воркута.